Привет всем, друзья, с вами Мистер Чир, и мы с вами продолжаем карьеру за Илюху Сорокина в НХЛ 18. Предыдущий матч сложился для нас как-никак лучше всех вообще, мне кажется, за все истории карьер. Но сейчас мы постараемся такой результат достичь с Tampa Bay, но посмотрите на их результаты. 26-13-4. Кто-то там просил меня показать им статистику команды, таблицу. Вот дивизион. Мы также на предпоследней строчке. Так, конференции. Ой, мы же восточная конференция. В восточной конференции мы на 14 строчке. И во всей лиге поделись мы или нет. С третьего с конца. Нет, на третьем с конца мы и сидим. Ну там, тем более у команд выше на... Две игры меньше, на команду снизу, снизу также на две игры меньше. Ну окей, погнали играть с Тампой. Не самый легкий соперник. Первое вбрасывание, играем еще и на выезде, это еще в два раза сложнее. Выиграем вбрасывание. Маковой. Маршант, Маковой. Развернулся, пас на пятак. Шайба нет у ворота. Стэмкас. Закрыли. Забрали. Бержерон. Бержерон бросок в ближний угол. Василевский. Пастернак на Маршанта. Маршант. Маковой. Пастернак. Маршанту неудобно бросать. Маршант с неудобной. Закрыли. Отдали. Спунер. Передача на Бержерона. Спунер. Марков и Маковой бросок. Голкипер. Рикошет. Палат. Стэмкас. Беннет в зоне. Бросок. Не дает нормально бросить Хедман. Второе звено. Давайте. Забьем хотя бы одну шайбу. Спунер. Бросок ближе, ну, для Василевского это легкая шайба. Пас. Поинт. Перехват. Хорошо. Вошли в зону. Главное закрепиться. Не надо пороть горячки, как вы сейчас делаете. Вот этот бросок был, конечно, неожиданным, но не результативным. Пас на синюю. Маквейт. Хиларик. Бакес. Бакес на Хиларика. Хиларик. Бросок в дальний угол. Не попадает в створ. Пойнт очень много времени проводит на льду. Наместника. Хиларик. Пас на пятак. Бросок. Василевский. Фух. Опасненько играем. Хиларн. Коборн. Шайба ворота. И вновь после подставленной клюшки. И вновь после подставленной клюшки. Ну что ж такое-то? Холден. Открывает счет этого матча. Шайба вообще не летела в ворота. Такого подвоха в такой ситуации ты не ожидаешь. Ну, это жестко, конечно. Шайба вообще не летела в ворота. Но залетела. Окей. Карло. Пас на Нэша. Нэш. Нэш. Пас на синюю. Мюллер. Не будет бросков, да? Карлсон. Дебраск на пятак. Нэш. Туда ее, Карлсон. Фолден. Вот так вот мы прижимаем шайбы, пацаны. Вот так вот мы прижимаем шайбы. 2-0. Гребаная игра. Ч
почему это все так сделал? Вот реакция вратаря очень замедленная, если честно, вот такие моменты. Он эту шайбу ложится, как будто у него есть еще полдня. Он так вот опускается. А игрок быстро подобрал, забросил пустой угол. Ну посмотрите, ну что это? Ты видишь шайбу, ты сразу, хоп, упал. Нет, ты вот в таком замедленном виде. Проехали. Бержерон. Маршан. Ну, такие броски ничего не делают. Маковой. Пас на Пастернака. И в пустой бы угол сейчас Бержерон отправил бы шайбу. Если бы его там не держали. Последние секунды. Давайте хотя бы бросим по воротам. Маршан. Бросок, шайба в воротах за 0-2. Вот это да. Вот это да. Если бы прозвучал, так как говорится, гудок на перерыв, что было, шайба была бы не засчитана. За 0-2. Офигеть. Случайно пропустил. Ну что, шансы появляются. Причем мы, кстати, проиграли первый раз у него вроде так. Давайте посмотрим по статистике. 12-10 по броскам. Обидненько, конечно. Пастернак, Бержерон, Маковой. И вот здесь надо было забрасывать. Пастернаку на Василевский мячку. Стемкас. Хороший перехват. Потеря сразу же. Нет, слава богу, Пастернак. Пастернак ищет партнеров на пятаке. Пас. Василевский шайбу эту не подбирает. Хороший стык там. Хедман. Подбор от Пастернака. И сразу же перехват от Хедмана. Пас на Маковоя. Перекладина. Спунер. Кречи. Добивание. Нет. Очнулся Кречи. Джонсон. Коборн. Опять подставленная клюшка. Хоть засейвили, слава богу. Без шлема. Летит в атаку. Кречи. Передача. Нет. Хиларик. Наместников. Финт Наместникова. Бросок. Отдаем сразу же шайбу. Прямо в защитника. Но там атака игрока не владеющего шайба была. Пас на Сидию. Бакес. Обратно на Маквейда. Маквейд, бросок. Удаление. Весело. Ох, жаришка сейчас будет. Проиграли. Поймали. Хорошо. Палат. Кучеров. Палат. Все равно шайбой. Выбросили. Ну, парочку бросков было, конечно, по нашим воротам. Еще есть половина времени. Но наши в атаке. Нэш. Василевский. Коргас. Бержерон. Нужно бросить. Бержерон! Не дали Батрану бросить. Ну что? Провели большую часть времени в зоне соперника. Это хорошо. Наместников. Поймали. Ну вот, была возможность хорошо оторваться от защитников. Но нет, он остановился. Беннет! С него удобно надо было в дальний. Беннет, потеря. Спунер, Беннет. Передача непонятная, Василевский. Поинт на финтах. Коборн. Поинт. Выиграть. Хорошо, Беннет, полетели. Полетели в атаку. Нужно сравнивать. Беннет, бросок. Ближний угол на добивание. Шайба в воротах. 2-2. 2-2-2-2. 2-2. 2-2-2-2. Это был Крейчи, как я понимаю. Да, это Дэвид Крейчи. Василевский потерял шайбу. Ну и слава богу, Крейчи оказался тут как тут. Бержерон. Передача на Пастернака будет? Нет, Бержерон летит дальше.
Ежерон. Сам бросает. Киллар. Аккуратно, Кобурн. Химера, Кобурн. Ух! Очень странно, он как-то оставил шайбу, но до сих пор они с шайбой. Ух! Пастернак. Последние секунды. Пастернак, бросок. И в конек. Сопернику. Ну что, второй период мы стояли на ноль. Это было не так уж легко. 2-2 счет. Давайте посмотрим по статистике. 17-21. Жестко, но надеюсь, что в третьем периоде будет полегче. Поймали. Заигрался Бержерон и удалился. Били. Оставил Палату. Палат. Закрыли угол. Выбросить. Нэш. Хорошо. Кучеров на финтах. Финты ему больше мешают, чем помогают. Палат. Рикошет. Хорошо, Карлсон. Кучеров. Палат. Сергачев. Кучеров. Ух, противоход. Палат. В зоне. Передача! Под вантаймер, а? Беннет. Спунер на пятак бы, нет? Спунер на синюю. Маковой. Марков. И Крейчи. Кстати, круга опять нету в игре. Хрен его знает, куда он пропадает. Стэмкас на поинта. Стэмкас. Поинт. Наместников. Пас на синюю. Макову! Василевский. Хедман. Уф. Пастернак. Пастернак, давай, ты нужен. Точнее, твой бросок в дальний угол. Маршан, передача хорошая. Коргас. Или как его, я не знаю, как его. Этого защитника левого зовут, но он выводит нашу команду вперед. Джош Коргас, наверное. Первый гол в этом сезоне. Ну, какой важный. Джорджес! Василевский. Бросить! Хиларик. Кобурн. На Киллорн. Пас на Ватрану. Неплохо. Маквейт. Хиларик. Бросок! Василевский. Бросок! Василевский. Келлахан. Састер. Хедман. Пала, Хелма, Хедман. Отбили. Беннет. Передача не в клюшку, Крейчи. И вот здесь можно было Спунеру бросать. Беннет. Тянем до конца, друзья. Маковой, Беннет, Крейчи. Туда ее, Спунер. Маковой бросок. И вот сейчас будет снят вратарь. Кучеров. Палат не дает бросить. Хедман. Закрыли. 5 секунд. Пустые ворота, Беннет. Давай, попадай. Крейчи. Это победа, друзья. Какая жесткая все-таки игра была. И опять две шайбы пропущены в первом периоде. И после этого победа. Фух. Сэвы опять А+, командная игра 4. Ну, последние две игры прям красавцами. Давайте посмотрим по статистике.
Прям интересна статистика. 27 на 23. Получается 25 сейвов. 3 звезды. Нас нету, конечно, обидно. Маршант, Хоуден и Джерарди. Вот такие вот игроки в звездах. Если бы одну шайбу пропустили, может быть, попали бы. Но неплохо. Неплохо, я вам скажу. Увидимся с вами в следующей серии. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать видосы. Пока!